Деньги на покупку жилья заморожены, а уже приобретенные квартиры арестованы. Депутаты Госдумы и сенаторы отправили главе МВД Владимиру Колокольцеву запрос, в котором призывают вмешаться в расследование уголовного дела о самом крупном жилищном кооперативе России. Под вопросом новоселье тысяч пайщиков. С подробностями Илья Логинов. Ольга купила квартиру в Сочи через кооператив. 200 метров от моря, удобная планировка и условия самые привлекательные. Ежемесячный платеж на порядок дешевле, чем ипотека в банке. Паевой взнос составляет у меня 21 400 рублей. И членский взнос 2000. Жилищный кооператив работает по принципу советской кассы взаимопомощи. Люди берут деньги на покупку жилья, заселяются и постепенно возвращают займ без процентов. Я считаю, и мои друзья также, что это очень выгодное предложение. Надеюсь, что я скоро приобрету квартиру. Поздравляем всех пайщиков! 2500 пайщиков кооператива Best Way уже получили свои квадратные метры. Остальные пока не могут. Компанию, которая работает 8 лет, Центральный банк считает ненадежной. У Центрального банка есть право устанавливать, скажем так, объявлять всему рынку о том, что та или иная организация имеет признаки финансовой пирамиды. Причем обосновывать он это никому не обязан. Никак это внутренними документами Центрального банка не регламентировано. Деятельность кооператива практически остановилась 8 месяцев назад. Документацию, компьютеры и печать изъяли правоохранители. Банковские счета заморожены, а квартиры арестованы. Следствие делает все, чтобы 19 200 пайщиков превратились в 19 200 обиженных пайщиков, пришли в следствие, написали, но они никогда не придут. Потому что наше дело правое, и мы объединились, чтобы жить. Причиной попадания в черный список Центробанка стало заявление от человека, который даже не является членом кооператива. Вернуть репутацию обратно невозможно. Такой процедуры попросту не существует. Мы что, с вами не понимаем, что даже если завтра они удалят эту запись, то ущерб хозяйственной деятельности нанесен неповторимый? Потому что огромное количество людей прочитало, у них сразу ассоциация финансовая пирамида, мошенничество, обман, МММ, катастрофа, надо хватать свои деньги, бежать. Парламентарии готовят срочные поправки в законы о Центробанке и жилищных кооперативах, чтобы участь Best Way не постигла других пайщиков. Илья Логинов, Максим Волков, Георгий Цитник, ОТР. Global Star Club. Возможности безграничны.